Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о наказании за поджог общежития. А вину вы признали? Обиженная женщина заживо сожгла своих знакомых. Не справился с весом. Другого раза попался. В Салмычах опрокинулся груженный КамАЗ. И покажем, как автоинспекторы по воле случая стали акушерами. Рассказывали в общих чертах, естественно, теории, потому что на коллегах это показать нельзя. Это и не только. Прямо сейчас. Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении 31-летней Кристины Максимовой. Ее обвиняют в убийстве двух человек общеопасным способом. Следователи установили, что она устроила крупный пожар, из-за которого погибли люди. Трагедия произошла 7 декабря минувшего года в общежитии на улице Актайская. Женщина сильно обиделась на своих знакомых, с которыми вместе выпивали. Это и стало для нее поводом сжечь их заживо. В итоге пострадал весь дом. Спасая свои жизни, жители общежития выпрыгивали вниз из окон. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. А вину вы признали? Частично. А почему частично? Что-либо говорить о том дне 31-летняя Кристина Максимова не хотела. Более того, женщина прикрывала лицо и на протяжении всего процесса легким движением руки показывала свое отношение к окружающим. По материалам дела, ровно год назад, 13 ноября, подсудимая напала с ножом на своего приятеля, нанеся здоровью последнего легкий вред. Однако задержали ее лишь месяц спустя, по подозрению в том, что именно она устроила крупный пожар в общежитии на улице Актайская. 7 декабря женщина распивала спиртное в компании своих знакомых. Всего в квартире находились 6 человек. Вспыхнула ссора, женщину выгнали из квартиры и не пускали обратно. Такого отношения она не стерпела. И, обещая наказать обидчиков, собрала на этаже мусор и сложила возле двери и подожгла. В результате ее противоправных действий произошел пожар. Умышленных действий произошел пожар. И из 6 двое погибло, а трое получили увечья различной степени тяжести, поскольку с целью избежать отравления или смерти указано трое лиц, три лица выпрыгнули в окно. Сперва пострадавшими от пожара признали 24 человека, среди которых были и многочисленные соседи погибших. Однако потом их число сократили до 5. Ущерб из-за пожара составил чуть меньше миллиона рублей. После задержания в отношении Кристины Максимовой возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. Убийство двух или более лиц общеопасным способом, покушение на убийство, уничтожение имущества и причинение легкого вреда здоровью. Еще на старте процесса женщина заявляла, что не желала никому смерти. Ее целью было напугать, а не убивать своих знакомых. Я подожгла бумажку, бросила ее, но я не хотела никому смерти. Обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности уже 6 раз. Учитывая, что это уже рецидив, суд вынес обвинительный приговор. Суд приговорил Кристину Максимову к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ее обязали выплатить управляющей компании порядка 850 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». На полтора года в колонию строгого режима отправится 30-летний мужчина за убийство кота своей знакомой. Согласно материалам дела, 9 декабря минувшего года он в квартире на улице Курчатова в нетрезвом состоянии несколько раз ударил животное, а затем с силой бросил его об стену. Кот скончался от полученных травм. Мужчину тогда задержали и позже приговорили к 1,5 годам реального лишения свободы за жестокое обращение с животными. Но он с приговором не согласился и обжаловал вердикт. Коллегия по уголовным делам Верховного суда согласилась с решением суда первой инстанции и оставила приговор без изменения. Курьезную аварию устроил 78-летний водитель Рено Логан на улице Чистопольская. Как пенсионер рассказал другим участникам столкновения, он запутался в перекрестках и развязках, перепутал поворот, поэтому и выехал на полосу встречного движения. Пожилой мужчина не заметил дорожных знаков и помчался навстречу потоку, как считал, по крайней правой полосе. Проехав несколько десятков метров, он понял, где находится, но развернуться не успел. В переднюю часть иномарки въехала «Лада Ларгус». Обошлось без пострадавших. Груженный КамАЗ опрокинулся на бок на улице Центральная в Салмычах, едва не раздавив припаркованную «Ладу Гранта». По рассказам очевидцев, водитель не вписался в поворот. Во время падения грузовика он разбил себе голову, но от госпитализации отказался. С места происшествия Юлия Гоголева. У меня не было в автомобиле вообще.
Владелец «Лады» говорит, ему повезло дважды. Первый, что его не было в машине в момент происшествия. Второй, что грузовик лишь немного зацепил легковушку. А прокинься он метром дальше, рухнул бы на припаркованную «Ладу» сверху. В происшествии пострадал сам водитель «КамАЗа». Ему потребовалась помощь медиков. От госпитализации 52-летний мужчина отказался, как опрокинул тяжелый грузовик, пока не понял сам. Очевидцы рассказывают, все дело в большой скорости. Водитель пытался вписаться в поворот, но центробежная сила не позволила. Большой груз завалился на бок и уже потом зацепил стоящую «Ладу». Вы себя нормально чувствуете? Содержимое самосвала рассыпалось по асфальту. Чтобы собрать его, на место приехали другой КамАЗ и экскаватор. Вероятно, виновным в происшествии будет признан сам водитель грузовика. По предварительным выводам инспекторов, при повороте он не выбрал безопасную скорость. Юлия Гуглева, Нафиса Минязова, Наиля Абдулин, вызов 112. 62-летний мужчина попал под колеса «Лады Приора» на улице Тетцевская. Водитель, как установили автоинспекторы, имел признаки алкогольного опьянения. Пешеход же переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него ушиб затылка, а также ссадины рук и ног. Сотрудники ГИБДД в Набережных Челнах ищут водителя «Жигулей», который сбил 58-летнюю женщину на пешеходном переходе и сразу же скрылся с места происшествия. Инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспекта Вахитова и улицы 40 лет Победы и попал в объектив видеорегистратора. Пострадавшую госпитализировали и после осмотра отпустили домой. Неизвестный водитель скрылся. Все, кто обладает какой-либо информацией об этой аварии, автоинспекторы просят обращаться по указанным номерам. «Лада Гранта» протаранила два автомобиля на улице Тихомирного. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки сначала снес Kia, а затем, вылетев на встречную полосу, врезался в «Опель». В итоге пострадал сам предполагаемый виновник аварии. Все подробности у Алсу Ахмедзяновой. Без комментариев. Водитель «Лады Гранта» был немногословен. Порадовался только, что все обошлось благополучно и никто не пострадал. Но умолчал, что помощь медиков потребовалась ему самому. Другие участники аварии рассказали, что после осмотра врачами мужчина отказался от госпитализации. Все, что видел, описал пассажир «Kia». Этот автомобиль принял на себя первый удар от «Лады Гранта». Правая полоса была свободная. Мы начали перестраиваться, и тот пошел на большой скорости на обгон. Мужчина уверяет, перестроиться на соседнюю полосу они успели. Но в этот момент получили сильный удар в заднюю часть автомобиля. Kia развернула и затем отбросила на металлический отбойник. «Лада» же выехала на встречную полосу, прямо на едущий там «Опель». Кто был виноват, по-вашему? Я не знаю, меня просто улетели. Удар пришелся в переднюю левую дверь «Опеля». Водитель уверен, что не пострадал лишь чудом. Окончательно степень вины каждого из участников столкновения предстоит установить автоинспекторам на детальном разборе происшествия. Алсу Ахмедзянова, Нафиса Минязова, Наиля Абдулина. Вызов 112. Сотрудники автоинспекции переквалифицировались в акушеров вынужденно и неожиданно для них самих. В Высокогорском районе к экипажу ДПС подъехала «Шкода». Взволнованный водитель сказал, что с ним роженицы, и попросил сопроводить их до роддома. Но до него доехать было не суждено. Айрат Назипов продолжит. О, вы ехать хотите или помощь нужна? Сопроводить «Шкоду» до больницы было единственным решением. Торопящийся водитель может быть опасен и для себя, и для окружающих. Тем более впереди 50 километров. Проехали почти полпути, когда у женщины начались схватки. Родом стал автомобиль. Что делать, автоинспекторы вроде бы знали. Теоретически. Практического опыта, признаются, не было. В учебном центре у нас были курсы, поэтому отводились часы. Рассказывали. В общих чертах, естественно, теории, потому что на коллегах это показать нельзя, в отличие от травматических каких-то моментов. Страшно было, не знали, что делать, укутали салфетки стерилизованные и в одеяло. Осложнений не возникло, роды прошли успешно. И дождавшись скорую помощь, полицейские передали в руки медиков и роженицу, и здоровую малышку. Девочку назвали Илиной. Спустя два дня сотрудники ГИБДД и уже мама Анжелика встретились в роддоме в более спокойной и радостной обстановке. Ехать в роддом самостоятельно, говорит мама Анжелика, решили из-за безысходности. Боялись, что скорая не успеет. Очень благодарна. Она сама была в шоке. Не знает, что случилось, не поняли сами. Так получилось, неожиданно, так неожиданно. Да. И
За каких-то 15 минут все это произошло. Большое, огромное спасибо. Теперь Айдар Нигмадьянов и Андрей Габишев признаются женщины желанные гости в семье Сахибуллиных. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.